Ну, зараз, все. Ну, низко, 90, ну, что здесь? Не, нормально, согласна. Значит, надо еще кого. Надо полежать, покушать. Я начал официальное голодование с 3 червня, с 3 июня, значит, 2015 года. И в полном смысле слова голодовал до 9 числа. Был голодный, без крошки во рту, на Майдане за Лезеси Пицтеллою. Ни один, повторяюсь, должностное лицо со стороны государственной власти ко мне не подошли, никаких моих проблем не решали. Моя цель всего лишь не совсем много, я звезд с неба не прошу. Я как переселенец имею право где-то временно жить. В маленькой какой-то комнатке, пусть это будет в общежитии, в школе, в санатории, или где бы ни было. Мне в Министерстве социальной политики сказали, мы ничего не поделать не можем. То есть помочь мы вам не можем. Я не знал, чего делать. Я пошел на такую крайность, на голодовку, только по этой причине. Вот и все. А мне надо где-то жить. Каждый человек это понимает. Я прошу, если меня кто-то услышит через вот эту репортаж, через эту съемку, будь ласка, поможите мне, я должен где-то жить как переселенец. Я человек, какой бы ни был, я инвалид второй группы. Я майдановец, я раненый, пострадалый майдановец. Я стоял, защищал всю Украину на Майдане и был ранен гранатою. Пожалуйста, кто меня слышит, кто может помочь, помогите, пожалуйста, чем можете.